Потому что я меч сейчас найду, который требуется силы 70. И найду лук, который требуется, по-моему, ловкость 80, если я ничего не ошибаюсь. Так, хорошо. По порядку. Вот этот водопад. Кстати, где-то дрыхнет мракорис, но я его еще не встречал. Сколько раз промахнулся, столько стрел получил. 3 раза, да, по-моему, крысы выстрелил, не попал. Так, переключатель. Новая запись в дневнике. Обнаружены руины. За водопадом я обнаружил систему пещер с погребальной камерой. Если есть что-то ценное, то оно обязательно здесь. Ну, тут, в принципе, факелы, всякие зелья лечебные. Саркофаг 3. Это количество, по-моему, значит. Если не ошибаюсь, что ли. Тут я нашел старый легендарский лук, старый легендарский меч. И 20 стрел. Вот, ему нужна сила 70, ловкость 80. Недостаточно силы, 40 недостаточно ловкости. Оп, ну и амулетик одел. Оп. И амулетик спасает. Так, а здесь за... А, нет, там телепорт был, я вернулся через этот телепорт. Все, выполнено. Так, теперь схожу. Вот сюда. Так, а, и наверху зелье. Кстати, зелье. О. Всякие разные четкие зелья. Бах, что снова выстрел. Что-то плохо ему стало. Падальщик. Так мы называем больших птиц. Какая-то вон в нижнем правом углу у меня высветилось. Типа уведомление, подсказка, пояснение. Не знаю, тяжелая такая. Ты. Постоянный контроль популяции. Еще какое-то достижение. Так, сейчас я зачищу тут проход. Хотя он, по-моему, уже все зачистил. Сейчас я этот сундук, если обчищу, то
Вот этот страж пробудится. Поэтому лучше к Вику там его обчистить и свалить по-нормальному. Все вот так вот сделать. Что самое интересное, он дальше почему-то не бежит. То есть он встал вот здесь. Можно его расстрелять. Постоянный контроль популяции. Странно, что-то. Ну, кстати, странно то, что часто эта стала табличка появляться. До этого я что-то не обращал внимания. Ну тут, кстати, непонятно почему. Тут как бы стена есть, как бы ее нету. Муляж, баг или что это, я не понимаю. Ну, типа, пожалуйста, еще новый уровень. Так, вот, ну тут, по-моему, снайперы. Я не знаю, как они. Молодой Маркулис. Гам просто. Так, нет, там снайперы, я не пойду туда, я пойду обратно. К тому же Мракорис какой-то труднопробиваемый, мне дать еще надо прокачиваться. Поэтому лучше походиться на слабых созданий гоблинов там. Новая запись в дневнике. Поохотился, блин. А почему, кстати? Первый день. Рядом с небольшим лугом есть пещера, куда перебрался клан гоблинов. Похоже, гоблины иногда ходят на пляж и хватают обломки. Помимо головы вождя, в качестве трофея мог бы найти на обломках несколько полезных предметов. Ага, вот на что. Почему это? Почему она так
отображается. Жестко. Ух ты ж, блин. Ага, вождь гоблинов мертв. Ах, я никогда не любил этих тварей. Или что он там сказал? Я тоже не люблю этих тварей. Но вряд ли. Вот. Планет попал. Попалоча. Поврежденный стальной рыбы, голова золотого кольца, меч, короче, всякой всячины. Сколько у меня стрел? Что я вообще получил? Золотое кольцо? Нафиг мне нужно золотое кольцо, граммофон, голова вожака гоблинов. Река будет хорошо смотреться на моей стене трофеев. Понятно. А, хорошо, стрелы еще есть. Эликсир ловкости. Хорошо. Окс 51 уже. Неплохо. Что же тут вся косячин? Гарпии они тут жрали, нифига себе. Ящик старого моряка. Вязовок. О, грубый тесак. Нормально. Апгрейдик сейчас будет. Вязовок. О, ну, конечно, 50 урон. Естественно. Так, повысить еще ловкость, силу. Хорошо, так по времени что? 3 часа. Нормально. Так. Так, так, так. А вот здесь, вот в эту пещерку заглянуть. Куда она ведет? Или она никуда не ведет? А, это просто. Что это просто? Да нет, это. А, это просто визуал такой, никуда она не ведет. Так, ну что, 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 направо идти туда больше, не либо, точнее налево, право, лево. О, Господи. Там еще какой-то у нас собранный урк. Черепаха. А, или вот это кожа рептилии. Не только ящерицами, имелось в виду. Тогда понятно.
Так, ну туда на склон можно залезть, что-то найти. Ладно, попробую сейчас вон на тот склон залезть. Так, каким образом сюда надо залазить? Нет, тут как-то не так я начал. Кстати, новая запись в дневнике. Почему тут самка? День первый. На пляже воркеры устроили себе очаг в пещере. По возвращении я смогу продать шкуру самки Костофея в городе за большие деньги. Ой, бля. Продал нахер. А все потому что... Почему вот это вот? Ёбаный, сука, свет. Схерали пещеры вот эти так закамуфлированы, а? Давай, иди сюда, грязная тварь. Пизда с крылышками. Спричь к минимальному урону. Блять, шерстяной гондон, ты еще пришел сюда. Боря, ты пришел, чтобы мне все испортить? Судя по всему, да. Ты сейчас упадешь, ты скользишь по мне. Кто-то когтями. Козел такой жестяной. Кот. А? Кот. Что ты... Боря, не трися микрофон. Блин, вот как так? Без своей матки Уокер рано или поздно исчез с острова. Уже костая, отлично, кожа самки. Так, подожди, а что мне? А, у меня же двуручка нифига не прокачана. Нафиг я ее надел. Давай лучше вот этот ржавый меч. Так, прекрати. А, ну и все. Нырять куда не надо. Зачистил пещеру.
Вот он еще Михалыч. Новая запись в дневнике. Первый день на острове раскинулась хоть шестая во главе с серым волком. Они везятся в небольшой резистой местности на более высоком уровне острова, убивать все, что там теряется. Шкура вожака стоит немного. Море. Нет, сюда козел обожрался. Жирный. Опасный кот. Ой-ой-ой. Ух. Я убью тебя, грязная тварь. Боря. Так, ну я добыл трофей же, нет? Это был тот волк, нет? Нет, скорее всего, нет, уже стоит. Закуток был. Вожак стаи. Только он уже не вожак стаи, он провалился в текстуру. Одним ублюдком меньше, действительно. Который проваливается в текстуры. Так, не залезть теперь сюда. Но запятники оп. Обнаружены руины. Древние руины. Так, руины стоят. Весы обнаружен на утесе старую смотровую площадку. Там не было ничего ценного, но, по крайней мере, вид был неплохим. Да, действительно. А, тут вот дырень, как раз, в которую он упал, и я вместе с ним. Нет, я еще не готов. Пойду сбегаю, снова стрелы сделаю. Прокачаюсь. И, возможно, кстати, может, доспех уже сделаю себе какой-нибудь.
принципе-то уже надо отдохнуть.